Всем привет! Мы на канале Детства Брычного. Короче, дело было так. Знаете, да, картину «Охотники на привале»? Вот так вот. Мы с утречка... Не, ну это началось еще с пятницы. Мы приобрели лицензию для гринписовцев там этих, кто хочет поохотиться. А, еще это барон Мюнхгаузен, да? И дело было так. Заряжая я свою ружбайку, иду по камышам, крадусь. Бах, три фазана и утка! Я их бах-бах, одним выстрелом сразу вот четыре упали. Будьте с нами, я процесс ощипывания этот не буду. Сегодня будет у нас уха по-царски из фазана и семги. И утка запеченная. Ой, говорят, не надо показывать живое. Для чего нужен кесарь, чтобы чешую рыбы сбивать? Всё, и чешуи нету. Всем привет! Мы на канале Детства Фабричного. Аниматор у меня немного злая. Не досталось ей курей пощипать. А, применение нашел перчаткам. Слушай, вот хорошее подсказали. Готовить неудобно, а вот рукам, вот сейчас когда чищу, комфортно, сухо, чисто, перьями не воняет. В этом отношении. И еще спасибо большое моим подписчикам, или я не знаю, кто там, как комментарии кто пишет, вот эта зубочистка. Слышите, избавился от этой дурацкой привычки, действительно, еле-еле. А сейчас чувствую себя комфортно, спокойно все. Будьте с нами. Уха будет по-царски, как она из петуха варится. У нас будет из фазана на изутке. Утку мы запечем. Просто запечем до хрустящей корочки. Это язвительный смех аниматора. Да-да. Процесс разделки кишек это не буду показывать. Это все пропустим. Да. Будьте с нами. Так, это будет уха по-царски. Это мы оставим в закрома свои на следующий раз. А это у нас... Мы сейчас подготовим, замаринуем. Будет курочка, уточка запеченная. Мы говорили уже неоднократно. С супругой используем для мяса только устричный соус. Очень рекомендую. Ну, вообще-то, как рекомендовать? На вкус и цвет товарища нет. И сверху тоже отсюда сделаем, чтобы наша уточка промариновалась. Шейку мы тоже запечем, поэтому мы ее тоже обмажем. Пусть маринуется. Все, поставил нашего импровизированного петуха. Экологически чистого. Ко-ко-ко-ко-ко. Жить нам было нелегко. Мы
Даем слегка масла. Утка сама жирная, сейчас даст жиру. Берем, перекладываем. Шейку тут же. Сейчас вы спросите, что за беспорядок? Что это у вас тут вот лежит? Смотрите, что я в кино видел. Хоп! Хоп она! Ножки. Хоп! Хоп она! Так, еще. Рассольчик. Ничего не пропадет даром. Даром, 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 даром. Руки моя. А это вот салам алейкум мне как-то Камал загнал. Не буду я делать, разводить мангал из-за четырех палочек. Жирной кавказской баранинка. Мы ее просто выкладываем. И все на ходу отправляем в духовку. Выше поставить? Ну, так, нормально. На максимально равномерно верхняя и нижняя про. Будьте с нами! Мы достаем нашего петушка. Вот яички, смотрите. Это мы в этом нашли. В уточке. Во! Голова уточки для вкуса ложу. Для навара. Печеночка утки. Внучку. Головы, лапки фазанчика и утки. Желудочек. Теперь в этот бульон запуливаем нашу семгочку. Ой, знатная ушица будет. Я нарубил вот лучок мелко. Сейчас. Знаете же, лучок у меня лучок не любит. Но он мелко супчики расходит, он потом его не чувствует. Да, вот еще для ухи ингредиент, посмотрите. Шедевральная уха будет, точно. Вытаскиваем. Рыбочку для моей рыбочки. О, к нам джигджат приехал. Как раз, да? Рыбный день сегодня? Да, да, на рыбный день. Он любит приезжать на рыбку. Я ж не зря позвонил. Уже. Ну да. Уха из петуха от деда с фабричного. Секретный ингредиент. Что мой внучек любит? Морепродукты. Враги отключили газ. Это охотники бывалые. Все, все в закромах есть. Я все равно сделаю вот. Ушицу. Борится. Уху все равно доварим. Отправляем картошечку. Отправляю следом морковочку.
добавляю грибочков из петуха, так из петуха. Господа, завершающий этап. Ушицы добавляем лавровый листик. Не знаю, сколько Елена Петровна положила. Ложу перец горошком. Считать не буду. И тундра. В тундру я. Ну, все по технологии. Ну не пью я еще, в завязках сейчас, в завязках. Будьте с нами. По-царски. Еще. Цари в коронах сидят, едят. Вот посмотрите. У меня наконец-то Джигджат приехал вот в гости, с гор спустился, заехал. Брат мой, хоть у меня за Дастарханом, а то постоянно у него в горах, а тут... Это рыбный день, да? Да, рыбный. Ну не всегда же коту масленица. Давайте будьте с нами. Ну вот наша уточка. О, все нормально запеклась. Вот шашлычок. Смотрите, жирка сколько. Господа, я немножко выдохся. Джигджат за меня сделает пробу уточки, как она сготовилась, и скажет правду. Будьте с нами! Лучше не бывает.